И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, и ну вы это и так сами прекрасно все знаете. Что же? Для чего я снимаю этот ролик? Чтобы рассказать вам, что, как, где на моем канале. Ну, во-первых, почему не выходит арк? Я думаю, это вам всем интересно. Ну, по крайней мере, многим. Как вы помните, сезон закончился. Я решил больше не заходить на сервер. Ничего не делать уже. Ладно, все. Мне там выкинуло просто посреди воздуха. Над болотом. Я думаю, да и пошла она, короче, все. Вот, меня выкинуло с сервера и потом уже не пускало туда. Поэтому как бы я решил не заходить, не расстраиваться уже. Вот, 1 числа будет вайп в июне, 1 июня. Вот, и, кстати, в группе там идет голосовалка о том, что сделан, какой мод. Ну, там не голосовалка, а там просто предложение в группе, не в моей, а в группе сервера. Вот, посмотрим, что, как, где, все это посмотрим. Вот, что касательно арка, почему я не снимаю? Времени нету, отдохнуть хочу и так далее. Сейчас, как вы прекрасно все знаете, по крайней мере многие из вас, кто следит за моим каналом, так сказать, верные подписчики, у меня выходит видео по Панзару и видео по Варфейсу. Они выходят каждый день, ну, собственно, через день, кроме воскресенья, опять-таки же. Вот, и, собственно, как видите, у меня запланированная публикация стоит вплоть до 6, то есть я воскресенье пропускаю. Так, вот. Получается, пропускаю воскресенье, то есть вот 3-го выходит Панзар, воскресенье я также пропускаю, для вас выходной день. Воскресенье будет. Теперь, я думаю, это всегда так будет. Дальше посмотрим. Что да когда где. Так. Так, дальше у нас идет июнь. 5 есть, 6 есть. Вот 7 надо снять Warface, 8 есть Панзар. То есть, считаю, у вас на 1,5 недели есть ролики по Warface и по Панзару. У меня тут в группе в голосовалке идут World of Tanks или War Thunder. Вот, Play Battleground. Короче, Play Battleground я его называю, и так легче всего. И CSGO. Да, выиграл CSGO. Но, я в целом решил как. Голосование — это хорошо. И это выбрали вы. Так как World of Tanks и War Thunder, они более или менее равномерны, так что, как вариант, я буду снимать и то, я посмотрю, как будет по времени. Сейчас будем донатами на ближайших стримах собирать на Counter-Strike CSGO. Вот, и уже буду снимать по нему ролики. Возможно, я буду стримить по CSGO. Там посмотрим. Но для начала нужно будет собрать на него. И тут уже будет зависеть чисто от вас. Вот, ну а World of Tanks и War Thunder будут появляться на канале с периодичностью. Вот, что я буду делать? Да, World of Tanks типа топ, War Thunder говно. Это одно мнение. War Thunder топ, World of Tanks говно. Второе мнение. У меня мнение по этому счету одно. Снимаю ролики, одинаковое количество по ним. Выкладываю их на YouTube. Смотрю количество просмотров. Если в так сказать, кто выигрывает по просмотрам, того и буду снимать. Примерно так. На War Thunder у меня есть идея поснимать со штурвалом. У меня
уже лет 15 купленный штурвал, я его, ну как штурвал, ну джойстик, именно джойстик, не геймпад, который Sega Dendio такого-то, Sony PlayStation и так далее, а именно джойстик, то есть как штурвал у самолета. У меня так купленный уже 15 лет, господи, это самый первый, кстати, мой геймпад был, и, кстати, он и называется джойстик, как бы это ни переводилось по-дерьмовому, вот, веселая палка. Суть в чем? Я хочу попробовать именно на нем War Thunder поиграть. Посмотрим, что да, когда, где получится. Вот, ну и, собственно, самым своим преданным подписчикам, те, которые любят, нравится смотреть, вот, пожалуйста, маленький спойлер, когда, что, какая серия выйдет и так далее. Кстати, смотрите, публикация 15.00. Мой часовой пояс плюс 7. Умные люди, как говорится, знают. Те, кто еще географию не учили, пожалуйста. Часовой пояс плюс 7. Московский часовой пояс плюс 3. То есть 15.00 это означает московское время 11.00. Запомните это. Все побочные ролики, то есть не по арку, выходят в 11.00. Все ролики по арку, вот видите, опубликовано 20.00, 20.00, 20.00. Это мое время. Мое время. Московское время идет 16.00. Ну а там уж сами смотрите, насколько у вас часовой пояс отличается от Москвы. Плюс 1, минус 1, там, плюс 10. Вот, и так далее. То есть уже сами повысчитывайте, какой у вас часовой пояс. И так далее. Можете писать в комментариях, кстати, какой у вас часовой пояс. Мне, честно, вот мне интересно, откуда меня смотрят. Можете даже писать «город и часовой пояс». Реально, вот, честно, мне это интересно. Мне интересно, откуда меня смотрят. Потому что по аналитику мне непонятно, откуда меня смотрят. Вот, ну так, более-менее понятно, но все равно. Если в это город, так сказать, не такой, который я точно знаю, допустим, вот Киев, да, я знаю, что это Украина. Вот, Минск, я знаю, что это Беларусь. Отлично. Если это какой-то город такой, который я точно не знаю, напишите, какая страна. А то я могу попутать российский город с украинским, украинский с российским и так далее. Все-таки это они все создавались в СССР, они, у них все названия более-менее такие одинаковые, так что... Вот. Поэтому, как бы, честно, мне интересно. Вот, что бы кто ни говорил, мне интересно, какая аудитория меня смотрит. Так, кстати, можете написать в комментариях, интересно вам посмотреть статистику моего канала за все время. Вот, я хочу. Если вам интересно будет, я сниму этот ролик, вообще не проблема. Вот, кстати, вот список. Позавчера я снимал вот это все ночью, я это ночью снимал, ролики выкладывал, там, кстати, можно посмотреть. Давайте я покажу. Мне вот эти ролики выкладывал в 5 утра, по моему времени, по московскому времени, за час ночи было. Это был кошмар. Я их до 4 часов утра снимал. Вот. В общем, почему сейчас у меня нет роликов по аркам? Нет времени. Как это легко объясняется? Сейчас у меня маленький ремонт в доме идет. Я меняю... Мы поменяли уже все батареи в доме. В квартире. Вот, и, ну, то есть, один убрали, 4 заменили. Вот, и, собственно, менял, конечно же, не я, меняли мастера. Я бы, конечно, поменял, но это заняло бы недели 2-3, месяц, грубо говоря. Вот, потому что руки немножко... Я знаю, как это делается, но делаю я это долго. Вот, руки немножко не с того места растут. Вот, они все это сделали за 3 часа, за 3, почти 3,5 часа там. Ну, это 3,5 часа, это когда они уже просто уже ушли, все, все доделали, ушли. То есть, это полностью от входа, так сказать, до выхода. Вот, и сделали они все очень быстро вообще. Вот, собственно, на это вот мои все деньги-то и ушли. Ну, я имею в виду зарплата. Поэтому я и говорю, в канал я никакие деньги не вкидываю. Все развитие канала зависит только от вас. Вот, поэтому как бы именно так. Все деньги у меня есть куда девать. Что дальше? Что касательно Аркан.
Собственно, поэтому я его не снимаю. Вышло новое обновление. Я думаю, блин, лучше все-таки после обновы снимать. Вот. Арк будет на следующей неделе. Я думаю, уже со следующей недели я начну его снимать. Прям усиленно. Пока что еще не знаю где. Но есть задумки. Есть проект, даже можно так сказать, у меня в голове. Вот. Поэтому как бы... От вас только остается подождать серии, потом что еще, ставить лайки, комментировать, делиться моими видео, это понятное дело, то есть это даже простой обычный лайк, вот просто поставили лайк, написали в комментариях, даже просто единичку, когда ставили, я почему здесь сообщения не удаляю, там, я первый, там, и все в таком духе, вот, там, я просто единственный не отвечаю на комментарии «Привет», к примеру, да, ну, блин, ну, привет, окей, я с вами в видео поздоровался, ну, кстати, как вариант, может, вы со мной и здороваетесь, потому что я с вами поздоровался в видосе, вот, поэтому я на них не отвечаю, на все более или менее адекватные сообщения я отвечаю, на неадекватные сообщения я удаляю, вот, в том плане, где мат, не мат, я просто этих людей баню, вот, и суть в чем, обычный лайк от каждого и комментарий от каждого улучшает, точнее увеличивает шансы на то, что мои видосы увидят, мои видосы посмотрят. Я со своей стороны стараюсь сделать по максимуму, в том плане, что и превьюшку пытаюсь сделать красивую, конечно, не получается у меня сделать ничего, ну как превьюшку, ну вот картинка, которая для видосов. Как видите, они у меня еще пока что ничего не сделаны. Вот, вот эти вот картинки. Я их делаю, я их рисую сам. Ну как, понятное дело, не картинку, я составляю... все, вот этот фон делаю. Я как-нибудь, если интересно, я могу снять ролик, как я создаю все это дело для... для какого-нибудь ролика. Просто для любого какого-нибудь выбора ролика. Как я создаю там, и там, 5-минутный ролик будет. Если вам это интересно, то, блин, народ, ради бога, мне несложно это записать. Как говорится, та же самая работа, которую я делаю всегда, просто я включу записи и покажу вам, как я это все делаю. Как я это придумываю от и до с нуля. Вот, собственно, обычный комментарий, любой комментарий, просто количество комментариев от разных людей, количество лайков, да даже дизлайки, они примерно так же влияют, как лайки, только чуть-чуть похуже. Вот, количество лайков, количество комментариев, это увеличивает рейтинг моих видосов. И, соответственно, увеличивает количество подписчиков. Поэтому я на вас очень сильно в этом плане рассчитываю. Что дальше? Давайте я вам так хотя бы сделаю, вы там, не знаю, список почитаете, посмотрите, таймер будете смотреть. Вот, что еще... Как я уже сказал, арк будет на следующей неделе. На этой неделе будет, кроме воскресенья, будет выходить Warface Panzer. Потом вот эта вот вся голосовалочка. Говорил, не говорил, я уже запутался. Голосовали War Thunder World of Tanks, CSGO Play Battleground. На стримах будем собирать деньги на CSGO. Как говорится, насобираем, покупаю CSGO, снимаю CSGO. Может, стримлю CSGO. Соответственно, играем вместе в CSGO. Как вариант. Так один из вариантов. Там будет видно. Пока что обещать не буду. Я еще пока что не знаю, что да как бы где. Но Play Battleground, я его именно так называю. Так намного легче мне его назвать. Я на него тоже буду потом собирать деньги. Вот, с помощью только ваших донатов. Опять-таки же повторяюсь, я никаких своих денег, финансов не вкидываю в канал. Покупка игр, это означает вкинуть в канал деньги. Почему я не вкидываю? Ну, я вам уже объяснял. Вот, пожалуйста, в квартире полностью поменяли все радиаторы. То есть у меня есть куда деньги тратить. Я не люблю кредиты брать и так далее. То есть это не для меня. Это уже когда совсем приспичит. Вот. Поэтому стараюсь делать все по максимуму правильно. А вот, поэтому как бы такие вот дела. Кстати, участников прибавляется. Молодцы. Так сказать, верные подписчики, они всегда рядом. А вот. Вот, поэтому как бы... Как я уже сказал, World of Tanks War Thunder
я сниму и то одинаковое количество. Или я не говорил? Ай, не помню, короче. В общем, вот и ВТ я сниму одинаковое количество роликов. Посмотрим, что из них лучше зайдет по просмотрам. И, соответственно, то я уже и буду снимать. Так будет легче. Вот, CS, Play Battleground, посмотрим. Возможно, я буду устраивать по ним чисто стримы, как говорится, суббота-воскресенье. Один суббота, другое воскресенье. Вот, посмотрим. Вот, может, по несколько стримов буду делать. Тоже посмотрим, посмотрим. Ничего обещать не буду, посмотрим. А, что еще, что еще, что еще? Охота побольше информации сразу вам сказать. Ну, как-то, видите, не сильно получается. Сейчас, кстати, я решил пересмотреть всю вселенную, как же называется, Земля 199999, ну, это вселенная Марвел, где вот сейчас фильм, который снимает по этой вселенной, пересмотрел Железный Человек, я их смотрю в хронологии чисто, мне нравится пересматривать от и до хронологии, начинается на Железного Человека, вот, и получается, я еще посмотрел Железный Человек, Невероятный Халк, Железный Человек 2, Тор сегодня посмотрел, и вот, собственно, Первый Мститель. Я решил пересмотреть. Как говорится, отдыхать нужно так, чтобы потом ни о чем не сожалеть, когда я уже начну заниматься каналом, прям усиленно начну заниматься каналом, поэтому нужно отдохнуть. Вот, чтобы было уже хорошо. Что дальше? Что дальше? Да и все, пожалуй, уже. Парку рассказал все интересующие вас вопросы, можете писать под этим видосом. Вообще можете мне в личку писать, вообще не проблема. Если вопрос нормальный, я отвечаю. Если я по этому уже снимал видосы, то я говорю, я это снимал, смотри видосы внимательно. Если вы не хотите искать, ну, блин, что тут я могу поделать? Если вы недавно на моем канале, то, блин, так и пишите. Ну, блин, я недавно на твоем канале, я не могу. Я не знаю даже, где искать. Ну, чё, всё, что ли, пересматривать? Почти 200 выпусков. Вот, не, ну, кстати, было бы неплохо, если бы вы пересмотрели почти 200 выпусков. Конечно, шучу. Вот. Кстати, вот он, плейлист. Блин, даже мои первые ролики еще до сих пор набирают просмотры. Это же прикольно. Мне это прикалывает, честно. Вот, кстати, самый популярный ролик. Indominus Rex до сих пор смотрит. Soul Giga. Тоже вообще сюда. У меня даже ролик по Расту начал вырываться, как строить двойную стену. Прикиньте, по Расту стал вырываться в топы моего канала. Офигеть! Я офигел, когда смотрю, опаньки, да я этот ролик снимал, фиг знает сколько. Ну, кстати, да, он информативный сравнительно. Да и полезный. Многим людям будет. Вот. Особенно сейчас такое время в Расте, что... Блин, мне охота снимать много. Но, как я уже говорил на каком-то из стримов, если у меня будет хотя бы с Ютуба по 500 рублей в день скидываться, то я уволюсь с работы и буду чисто Ютубом пользоваться. Ну, то есть на Ютубе зарабатывать. Такого никогда не будет, конечно. Вот. В том плане, что мне не придется лишние расходы делать и так далее, и тогда я смогу усиленно заниматься Ютубом. А это, соответственно, больше стримов, больше видосов, больше разных игр. Это, соответственно, я буду делать монтажи по играм и так далее. Вот когда-нибудь, может быть, я до этого и дорасту, ближе к пенсии. А вот, когда Ютуб уже загнется. Сейчас еще видите, на Ютубе там проблема с рекламой, там, короче, мало бабок платят, поэтому, как бы, меня это сильно не волнует. Ну, получал я 300 рублей в месяц, а сейчас стал 270 рублей в месяц получать. Какая потеря! Не, ну я понимаю, что 30 рублей это мой проезд в одну сторону до работы. Как бы это было не смешно. Вот, я в целом на проезд трачу 50 рублей в день. Не сильно дорого выходит сравнительно с остальными. Вот. Хотя у нас ты что, так много трочишь? Вот. Ну, я человек адекватный, я понимаю, что многие куда больше тратят. Вот. Едьте на общественном транспорте. Так удобнее. А вот. И получается, как бы,
Начнем с того, что YouTube канал мне обеспечивает тупо на проезд денег это на неделю. Вот. Поэтому как бы я эти деньги никуда не дел, они потихоньку копятся. Глядишь, накоплю, еще оперативочку куплю, и вообще будет здорово. Вот, куплю, если в оперативку. Ну, это самое дешевое, что я могу купить. А, ну вообще я могу за процессор себе заменить. Вместо оперативки. А, наверное, лучше оперативка. Посмотрим, посмотрим. У меня там потихонечку они копятся, копятся, копятся. Копеечка, копеечки, как говорится, а там уже и видно будет, что, когда, где. Ладно. Подкаст и так уже затянулся, что-то слишком много. Вот, поэтому как бы... Ну, если вам интересно, то я могу... Каждую неделю, допустим, каждое воскресенье... Воскресенье день у нас пустой идет. Каждое воскресенье, к примеру, могу выпускать... вот такой вот ролик, что прошло за неделю. И рассказывать там, с вами делиться и так далее. Вот этими... своим мнением и так далее. Ладно, все, короче. На этом все. Пишите свое мнение в комментариях. В общем, все. Это все. Всем удачи. Всем пока. Всем счастливы, добра. Всем пока. Я чуть не забыл свою коронную фразу конечную. Типа там... А, ну я забыл там половину. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Ну, все равно смотрите. Только вы, так что... Всем пока.